Валентинки, цветы и влюбленные пары. Сегодня самый романтичный день в году. Кто-то уже с утра спешит за букетом для своей половинки, а у кого-то запланировано свадебное торжество. Погрузилась в атмосферу праздника и наша съемочная группа. Подробности в следующем сюжете. Хранительницы домашнего очага, я вручаю ваш первый семейный документ. Это свидетельство о заключении брака. Храните и берегите его. Антон и Елена вместе всего полгода, а сегодня стали настоящей семьей. Молодожены говорят, решение сыграть свадьбу принимали хоть и быстро, но обдуманно. И дату выбрали не случайно. Ну, это день Святого Валентина, день влюбленных, такая сказка. Пусть в жизни хоть что-то будет светлое, когда все так вокруг не очень хорошее творится. Я согласен. Мне любая дата бы подошла. Выбор стоял очень такой серьезный. И, наверное, уже выбираешь на всю оставшуюся жизнь. Впрочем, несмотря на романтичный праздник, особого ажиотажа в магнитогорских ЗАГСах в этот день нет. Так, в Орджоникидзевском районе в прошлом году было 3 пары, в этом 6. Зато на 20 число регистрации запланированы практически каждые 15 минут, ведь дата красивая. Ну, в летний период, конечно, больше пар регистрируют браки. Ну, в этом году, я хочу вам сказать, в 2020 году вообще ажиотажа нет на подачу заявлений. Наверное, это связано, может быть, то, что високосный год. Одни мужчины в день влюбленных надевают своим невестам кольцо на безымянный палец, другие удивляют цветочными сюрпризами. Так флористы отмечают сегодня наплыв клиентов. Ну, день Святого Валентина – это преимущественно все красное, красных оттенков, розы, алые, также композиции, то есть, соответственно, ярких, сочных оттенков, шары тоже красные, сердца, штейкеры, то есть так, все такое, вся тематика поддерживается красного цвета. История праздника насчитывает несколько веков, а вот в России популярность он начал набирать всего лет 10 назад. Кто-то принял зарубежную традицию, а кто-то не признает вовсе. К праздникам нормально относимся, как к обычным праздникам. Сейчас в кругу семьи будем отмечать вечером, скажем так, после работы. Положительно отношусь к 14 февраля. Всем желаю удачи, любви огромной и взаимной. Ну, не считаю, что это прям такой глобальный праздник. Угу. Вот. Ну, 23-е, мужской, 8 марта, женский, международный женский день. 14-е, как правило, это вообще не наш праздник. Ну, это не наш праздник вообще, это не православный. Но праздник всегда лучше, чем будни. Если есть лишний повод порадоваться, почему бы и нет? Почему бы не поздравить близких, родственников, друзей? Отмечать или нет – личный выбор каждого. Главное помнить, что для признания в любви не нужен специальный праздник. Валерия Скиданова, Артур Узенбаев, информационная служба медиагруппы «Знак».